Я к вам сейчас приду. Да. Да, я к вам на рыбалку приду. Покажу, чем вы тут занимаетесь. Рыбачите или что делаете? Рыбачите? Ну, поздоровайся хотя бы, что ты? Вот так и работаем. За червяками пошел. Так мы и работаем в фальсмастере. С утра рыбалка, потом работа, потом обед, потом опять рыбалка. Да, Алексей? А? Ну что, даже не поздороваешься? Ладно. Друзья, всем привет. Очередной наш объект. Скажем так, на этом объекте мы уже не впервые. Я вам сейчас покажу. Вы все узнаете его. Нет, надо заново. Пошел тут. Это что, черви у тебя, да? Подкормка. На болоте на черви, поменяй. А, какой, а? Ладно. Так и записываем. Думаете, все легко? Нет. Еще и ветер. Ну, надеюсь, эта лохматка помогает от ветра нормально. Надеюсь, нормально будет слышно. Вот. Поехали. Сейчас еще один идет. Давай. Нет, ты что там? Потому что она здесь включена, с этой стороны камера. И она уже записывает. Я в конце, короче, так вот, после роликов впишу, короче, в черно-белом формате. Проходи. Mm-hmm.